Здравствуйте, дорогие мои. Сейчас мы направляемся в Акрополис. Это торговый центр, так. И, конечно же, я буду снимать для вас. Мы уже в Акрополисе. Сейчас поднимемся второй этаж. И буду вам тоже там снимать. Сейчас поднимемся. Там тоже магазины. Жалко, вот мая магазин закрыт. А то я вам бы снимала там сладости необычные. Жалко. Но ничего. Вот там Эрмитаж, огромный такой магазин. А здесь Шарлотт. Канцелярские вещи продаются, товары. Хороший магазинчик такой. Сейчас пойдемте, вот Княгинец называется. Туда зайдемте. Очень необычный Княгинец, говорю, это Педасос. Вот. Продолжаем снимать. Пегасус, магазин, где книги продаются, видите, и книги продаются, еще Юргос Драконос, это такой пиццерия, книжный магазин, очень интересно сделали, огромнейший магазин. Пойдемте дальше. Вот я сейчас вам покажу Форум Синема, где кинотеатр. Это все находится в Акрополисе в центре. А Форум Синема закрыто. Пока что не открылись. Но зато казино работает. Сейчас мы спускаемся в первый этаж обратно. Посмотрим там, что интересного найду. Здесь тоже вкусные мороженые. Что я вам снимала тот раз. Там часы продаются разные. Это очень интересное место. Просто я хотела для вас снимать тоже. Ну, продолжаем снимать Акрополис. Сейчас зайдем в Максима и будем покупать для дома, что нужно. Вот евро воистине. Аптека так. Очень большая. А там Максима. Сейчас возьму я для себя тележки. И зайду в Максима. А там выход. Я зашла Максима и сейчас буду покупать продукты разные для дома.
Видите, какие интересные колбасы. А здесь вообще целое это висит. И здесь целый отдел разных колбас. Я этих рыбок не снимать не могла. Смотрите, какая красота. Сколько их там. А здесь вообще субпотворение. Вообще, смотрите, какой огромный рыбный отдел. Здесь вот замороженная рыба. И свежие тоже можно. Например, кто хочет, заказывает вот отсюда ловит. И дают. Ну и бедные рыбочки мои. Да, жалко вас. А там колбасный отдел. Так всегда. И конфеты там. Сейчас мы возвращаемся домой. Идем в свой автобус в остановке. Ветреный такой день.